24 февраля состоялся краеведческий поход воспитанников воскресной школы Георгиевского собора города Одинцово. Участники побывали на лесном озере и увидели комплексы курганов, оставшиеся от древних племен, живших на берегу реки Самынка. Затем посетили Христорождественский храм поселка Барвиха. А в школе ребят ждали масленичное угощение и беседы с директором воскресной школы Георгиевского собора священником Александром Красильниковым о значении Великого поста.